Денег мало, но катки зальют. За развитие дворового спорта в областном центре активно борется директор МБУ «Восток» Елена Саенко. Уже сейчас она подсчитывает средства, которые заложил город на подготовку ледовых площадок зимой. Бюджет 175 тысяч рублей. Финансирования хватит максимум на 4 катка, ведь содержание одного обходится в среднем в 40-50 тысяч. Кроме денег требуются и определенные характеристики хоккейной коробки. Технические условия для формирования ледового покрытия – это прежде всего борта. Что мы здесь наблюдаем? Твердое покрытие, то есть асфальт, ворота для спецтехники, чтобы моя спецтехника могла войти и расчистить, наформировать подушку из снега. И наличие пожарного гидранта или узла учета водоснабжения в подвале жилого дома. Здесь все эти четыре составляющие есть. Сеть спортивных объектов, установленных Востоком по всему городу, довольно обширна. Приоритет отдают спальным районам. Эту коробку установили на мебельном комбинате в августе текущего года. Рядом детская площадка и турники для воркаута. Решение превратить футбольную площадку в каток уже принято. Зимой ребята из окрестных домов смогут гонять в хоккей или упражняться в фигурном катании. Сколько здесь деток будет заниматься, не могу сказать, потому что мы только установили. Но когда были ремонтные работы, открытие площадок, деток здесь достаточно много. Если посмотреть вокруг, здесь пятиэтажки, здесь есть школа. В соседнем районе на улице Красных Зорь во дворах стоит еще один потенциальный каток. Спортивный объект несовременный, еще советской эпохи. Стойки для баскетбольных колец покосились, а борта расписаны граффити. Несмотря на это, в Востоке планируют и здесь организовать зимний отдых для детей и подростков. Жители обратились с просьбой к своему депутату по этому округу, чтобы привести эту площадку в порядок. Мы подключились тоже к этому вопросу, потому что мы заинтересованы, площадка стоит на моем балансе. И в этом году по средствам наказов избирателей на 2018 год выделены денежные средства на восстановление этой хоккейной коробки. В прошлом году таких дворовых катков удалось залить целых 16. На повторение прошлогоднего успеха требуется почти 1 000 000 рублей. Деньги эти Елена Саенко просила изыскать на заседании профильного комитета Ивановской городской думы. Депутаты обещали обратить на это внимание. Там доложили, то, что на данный момент у МУП «Восток» есть финансирование только на 4 хороших крупных катка, да, с чем мы, в принципе, не согласны. И дали рекомендации совместно с нами, то есть у депутата, у каждого есть свои определенные средства. Мы сейчас будем прорабатывать с администрацией возможности объединения и для того, чтобы залить хотя бы 14 подготовленных к тому катков, чтобы наши жители не остались безо льда. Для занятий с ребятами «Восток» выделит профессиональных тренеров, которые ежедневно будут приходить на каток и помогать детям держаться на коньках. Такой спорт в шаговой доступности особенно важен для жильцов отдаленных районов, не имеющих возможность регулярно посещать ледовые площадки в центре и парках города. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ, Иваново.